Конкуренция среди средств массовой информации – дело привычное. Но иногда журналисты соревнуются не только в профессиональной сфере. Так, в минувшие выходные работники СМИ приняли участие в командно-приключенческом соревновании SkyActiv Challenge, проводимых в нашем городе автосалоном «Мазда». Соревнования SkyActiv Challenge для нашего города стали уже традиционными. В этом году для заездов были выбраны три автомобиля – Mazda CX-5 и две Mazda 6-й модели. Для наших клиентов это уникальная возможность попробовать всю мощь 2,5-литровых двигателей нового поколения SkyActiv автомобилей Mazda 6 и CX-5, а также поучаствовать в интересном и увлекательном квесте. В одном из заездов участвуют команды сразу трех челнинских каналов – СТС, ЧЛТВ и РЕН-ТВ «Набережные Челны». Но перед стартом журналистам предстоит определить пункт назначения. Он зашифрован в ребусе. Справившись с этим, участники отправляются на место. Здесь им пришлось снова поднапрячься, ответить на вопросы о компании «Мазда» и вспомнить песни об автомобилях. Черный бумер. Твоя вишневая девятка. Крепче за баранку держи, шофер. После снова в автосалон. Сложностей у нас никаких не было. Мы сразу же разгадали маршрут, проявили свою смекалку, разгадывали песни даже на татарском языке, на английском, на русском. То есть было очень весело, очень здорово. Команда РЕН-ТВ прибыла на финиш последней, но участники не стали расстраиваться раньше времени, ведь каждый правильный ответ принес им отдельный балл. Журналистам программы «Новости 24 Набережные Челны» удалось набрать наибольшее количество. Первое место РЕН-Набережные Челны. Команда ЧЛТВ заняла почетное второе место, а СТС досталась бронза. Видели, что немножко отстаем, поэтому у нас весь упор был, так сказать, на интеллектуальную часть задания. Мы подготовились и выиграли, заняли первое место благодаря нашему водителю и нам, штурманам. Самым сложным было, наверное, мне кажется, не нарушать правила, потому что на такой машине хочется ехать, хочется преодолевать все препятствия. Мне кажется, наш водитель очень с трудом сдерживал себя, чтобы не разогнаться на полную мощь, не показать, на что действительно способна машина. Что же касается самого водителя, а им был директор службы новостей, то Тагир Загиров заметил, что думал в первую очередь о дорожной ситуации, ну и, конечно, о победе. Главное не победа, а участие – это не для РЕН-ТВ, это не для наших новостей. Мы хотели победить, мы стремились к этому. А то, что мы стартовали третьими и приехали третьими, я думаю, это не сказалось. И, в принципе, результат известен. Мы заняли первое место, мы победили. Доказать свой главный принцип и снова победить участники смогут в следующем году. Автосалон «Арман» обещает, что в 2014-м соревнования будут не менее яркими. А автомобильный ряд «Мазда» к тому времени успеет обзавестись новинками для SkyActiv Challenge. Полина Сачи, Ильнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.